моей подруги взломали контакт. Всем от ее имени отправили сообщение, мол, срочно нужны деньги, скинь пару тысяч, позже верну. Как я поняла, для всех вор назвал разные суммы. У меня он попросил 2000, у кого-то аж по 30 000 просил. Я подобные разводы знаю, потому сразу подруге сообщила. А вот одна ее знакомая поверила и перевела ей 30 000 рублей. Когда подруга вернула себе страничку и ответила всем, что это была не она, выяснилось, что кто-то перевел по 1000, кто-то 300 рублей. Ну и та женщина, которая перевела 30-ку, очень расстроилась и почему-то лишь спустя месяц решила написать заявление в полицию. И пишет она моей подруге, мол, дай свой номер телефона, с тобой участковый пообщается. Подруга не поняла, зачем. Говорит, мол, скинь мне информацию о нем, его удостоверение, да и вообще, при чем тут она, если ее взломали? На что эта женщина начала ей писать, если ты не дашь свой номер, значит, ты соучастница. Откуда я знаю, что это не ты все подстроила? Подруга с такого заявления офигела и пишет ей, ну раз я соучастница, пусть твой полицейский сам меня ищет и официально приходит, он же умеет преступников искать. Значит, найдет мой номер. Женщина взбесилась и написала ей кучу гад. Лайки.